Сегодня в стенах Северо-Восточного государственного университета прошло награждение победителей и участников всероссийского конкурса социальной рекламы и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Три номинации были объявлены в конкурсе: «Лучший видеоролик», «Лучший макет наружной рекламы» и «Лучший буклет». Роман Корсун, как председатель общественного совета при УМВД России по Магаданской области, отметил важность проведения различных мероприятий, направленных на борьбу с проблемами наркомании и наркоторговли в нашем регионе. Бороться с наркоманией нужно только сообща, привлекая молодежь в спорт, творческую и волонтерскую деятельность. Вот наша молодежь, университетская молодежь, она активно вовлечена во все виды деятельности. Тут есть всегда чем заняться. Вы знаете, что университет уделяет очень много внимания, предлагая хорошую альтернативу, да, вот, тому злу, которое, к сожалению, в мире существует. Такое как наркомания, наркоторговля. Участниками конкурса стали жители из города Магадана и области. Не все из участников имели возможность посетить церемонию награждения лично, но каждый мог посмотреть прямую трансляцию мероприятия. В прошлом году мы проводили этот конкурс впервые. У нас было участников порядка 20, в этом году уже 38 участников. Конечно, конкурсные комиссии, которые оценивали эти представленные работы, было достаточно сложно, потому что и возраст участников от 9 лет до взрослых участников, это уже непосредственно коллективы даже творческие участвовали, в том числе, например, Магаданского областного драматического театра, который представлен профессионалами, а также это ребята, которые просто еще какие-то навыки рисования просто получают. Самые юные участницы были представителями детского образовательного объединения «Эскиз». Юные художницы выиграли в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы». Это совместно творческая работа, то есть Викина часть – это был пейзаж, а уже дорабатывала взрослая девочка, 17-летняя. Угу. То есть она как раз смысловую нагрузку взяла именно антинаркотическую. Все участники были награждены почетными дипломами и презентами от СВГУ. Победители в трех номинациях получили также ценные подарки.